Авиакомпания «Россия» на лето открывает рейсы из Ханты-Мансийска в Москву. Перелеты будут выполнять ежедневно на воздушных судах «Суперджет-100». Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров. Вылет из Москвы в час ночи, прилет в Ханты-Мансийск в 5:55 утра. Обратный рейс будет вылетать из Ханты-Мансийска в 6:55 утра и прибывать в столицу в 8:10 по местному времени. Маршрутная линия Москва-Ханты-Мансийск самая протяженная для самолетов «Суперджет-100», которые выполняют полеты из Москвы. Расстояние по прямой составляет 1900 километров. Полеты в административный центр Югры начнутся 1 июля. Как пояснили в компании, развитие региональной маршрутной сети позволяет обратить внимание пассажиров на новые туристические направления на карте России.